Наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути, чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, два типа людей. Одни готовы впрямь тебе до конца верить, берутся помогать, не замечая потерь, и все еще стать, как слеза матери. Два типа людей, они могут прощать даже самых зверей. Те этим поживиться не упустят момент, внутри не разорвет между ними юнец и я.